Система обеспечения национальной безопасности страны в эти минуты центральная тема на совещании с участием главы государства. В последнее время на уровне президента проходили встречи с руководителями практически всех силовых ведомств. Тем не менее, время не стоит на месте. По словам Александра Лукашенко, сегодня назрела необходимость комплексно посмотреть на состояние дел в данной сфере в контексте современных рисков, вызовов и угроз. От руководителей госорганов глава государства требует определенной стратегии деятельности, а также оптимизации средств. Сегодня назрела необходимость комплексно посмотреть на нашу систему национальной безопасности в том числе. Насколько эффективно мы сможем противодействовать вызовам сегодняшнего дня и готовы ли, прежде всего, силовики к различным вариантам развития ситуации в мире. Способны ли реально спрогнозировать и упредить наступление возможных негативных последствий. Для этого каждому ведомству необходимо не только эффективно решать стоящие перед ним задачи, но и иметь глубоко продуманную стратегию своей деятельности. Отсюда мое требование, то, о чем я сказал, к наличию конкретных планов и направлений деятельности того или иного ведомства под вашим руководством. В первую очередь они должны видеть главное направление развития своего ведомства, руководителей, на ближайшую и долговременную перспективу. Еще один аспект, на который следует обратить внимание. Речь идет об оптимизации сил, средств, которые мы задействуем в стране для обеспечения деятельности силовых структур. Мы не так богаты, чтобы держать или содержать лишнее количество силовых структур. В то же время и упрощенством заниматься нельзя. В противном случае можно досокращаться до того, что у нас система будет, но она окажется неработоспособной. И хотелось бы, чтобы вы сегодня на свои ведомства подчиненные посмотрели, что называется, свежим взглядом. Решение стоящих перед ним задач необходимо осуществлять с меньшим финансовыми затратами, но качество должно возрасти. Подробности большого совещания президента в следующих выпусках.